Приветствую, дорогие друзья! С вами Кейстример, и мы продолжаем наше прохождение Spirit Hunters Infinite Horde. Давайте сыграем за Шакпана. Отправляемся в Нортвуд. Максимальный уровень сложности. Много тут нам придется качать, но справимся. Многовато тут уродцев. А это так быстро элита приходит? Прям в самом-самом начале. Дай ему сюрикена. Вот и все. Так, ну баблишко я собрал неплохо. На поход в магаз. На такой нормальный поход. А вот и магаз. Не хочешь меня пустить? Что-то уже утомили. Берем. Так, а когда мне уже предложат? Уже должны были предложить косточки. Как это все понимать? Не, ну ты прикалываешься, что ли? Где эволюция? Где клетки с питомцами?
нормальная тема. Какое попадание, прям с подкруткой. Отправил тыкву. Чё-то ты наглый, разносчик пиццы. Больше сюрикенов. Так, надо вот с этим чуваком разобраться. Еще больше сюрикенов. Да, еще вот с этим надо. Ну хорошо, тогда нате вот немножечко яду. Блин, какая же у них хпшка огромная просто. Блин, это нечестно. Ну, слушай, он получает и получает по щам. Когда это его остановит? У меня прям хп как у босса. Да, это уже рискованно. Ну, все, ну теснит и теснит, но... Давайте в магаз. Ну а немного шариков-то. Все, давайте сами тогда. О! Все, успокойся. Яду. Неплохо. Вкусняшки собираем. Плохо я тут накрошил красных душ.
Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Еще давай, еще красных душ. Не жалей, давай красные души. Так, а когда дадут эту штуку с 13 уровня? У нас 10. Больше сюрикенов. Как они плотно взялись за меня. Яду. Так, ну мне нужны уже питомцы. Хватит мне тут держать. Ну да, или крит, или опыт. Ну что ты как говнюк. Ну, крит или опыт дай, ну, сука, мерзкая. Так, это мы прокачали, остается только яд и все. Обычный, даже не элитный. Охренеть. Вот тут у него хпшка. Успеем еще все прокачать 10 раз. Да, ну жизнь у них, конечно, просто какая-то, не знаю, лошадиная, что ли. Ну фигачит-то он хорошо, тут нормальный урон у меня. Рисует прям не по-детски. Ну мы сейчас опыта зато здесь заработаем дофига. У нас уже 71 уровень. А будет еще больше. Денег может не хватить, блин, магаз это хорошо, а денег, ну хотя бы еще пару сотен. Больше опыта, конечно. Давай.
вообще эту фигню надо как можно быстрее прокачать, чтобы не париться. Кстати, я так и не заработал достаточно. Меньше урона. Давайте возьмем. Четыре еще уровня надо. Осторожно себе. Вроде пока все легко, но мало ли. Да. Деньги нужно срочно искать. Вот гаденыш. Дайте базовый урон возьмем. Бабосики, бабосики. Немного что-то бабосик. Не, надо все, надо качать только уже то, что нужно. Плохо закончится. Да быстрее открываю. Еще три уровня надо. Еще два. Еще один. Просто прокачать, а супер конкретный навык еще, который он не обязан тебе давать. Да не, ну не выстоять ему. Больше опыта. Нормальное количество противников. Нормальное такое. Восемьдесят шестой уровень. Как же за Вивианта пройти испытание? Смотри, как стреляют этими сосульками. Плотно. Да нам не сотый уровень нужен, а какой там получается? 96-й. В принципе, это реально. Да, это реально. Девяносто второй уровень. Это неплохо. Так, давайте вот эти сундучки откроем.
Что-то мне прилетает часто. Так, давайте-ка яду немножечко вам пропишем. Магаз. И вон там питомец. Ну, конечно, конечно. Да это почти Ктулху. Ктулху родной. Ну нормально так он шариков. А у меня защита. Мне пофиг. Видишь, я ничего отнять не могу. До свидуся. Ну это реально набрать 96 уровень. Надо просто очень постараться. Так что будем сейчас играть за Вивиан. Так, осталось всего два босса. Сейчас мы будем играть за Вивиан. Надо закрыть вот это кладбище 100. Очень сложно, мне кажется, но можно. Так, значит, нам нужно джин. Растение, коса. Ну, косой неплохо раскачал. Растение, в принципе, тоже неплохо. Так, коса и огонь у меня максимум. Значит, растение и джин. Давайте джина. Так, джина я прокачал. Как нет? Ну как нет-то? Ну как нет-то? Не обманывай меня. Не, ну это не хватит все равно. Отстой. Ну что ж, давайте сыграем за Вивиан. Сложный, мне кажется, сложное испытание. Будем пытаться. Так, скорость охлаждения. Так, ну мне что нужно? Мне нужно срочно найти питомцев для опыта. Питомцы на опыты, вот. Все, все к чертовой матери идите, урода. Питомцы-то. Подарки принес. Нет, иди к чертовой матери. О, вот. Дядь, иди, убирайся в другом месте. Котеночка. Ну, Джин, ты будешь там работать? Нет.
А что, сердечко там не было? Ну, конечно, зачем сердечко-то давать? Мне же так легко. Так, давай этой шариком ему. Блять, он сразу сдох. Он и так бы сдох. Ну ладно, пойдем. Вот урод. Ну конечно, ну как же мне дать собрать сундучки-то? Ну блин, ну тесняц, суки. Смотри, как прессует, но погибнуть можно. Дайте сердечко-то. Не видите, как травмировали. Здесь, конечно, сердечко не будет. Сомневался. Да, конечно, вот эти ауры, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, блин, ну не дают собрать столько. Уйдите вы от меня, все уроды, хотя бы на сколько-то. Тут все ауры опасны, и у меня этот чувак с аурой. Пугает меня. Ну, быстрее, быстрее, открывай, открывай же. Я забыл уже, где тут какие сундуки были. Ну мочите их. Магаз есть рядышком. Пойдет, пойдет, пойдет. Ну как так-то, ну как так-то, ну не даете забрать. Я, по-моему, что это открылся сундук. Есть. Больше опыта.
Ну вот этих бы ликвидировать, и уже пойдет веселее. Может, получится сейчас убрать хоть кого-нибудь. Блять, хер кого уберешь. Всех аура, просто у всех. Мне типа слишком легко, надо еще этих ставить, урода. Цель тут две клетки. А мне не дают продохнуть просто. Да бей ты, ёб твою! Ты откроешь клетку-то, мать Миранда. Давай чуть-чуть радиус увеличим, очень маленький какой-то радиус. Где этот увеличение количества драконов? Когда дадут? 22 надо. Постоянный обман. Да по щам, по щам. Больше опыта. Нормально так решили мне тут сыпануть врагов. Говорит, да тебе опыт нужен, вот возьми. А, спасибо. Что-то я не догадался. Помощь такая. Ну, в принципе, я думаю, что все. Ну, по-моему, нельзя больше. По-моему, не предлагает. Ну да. Сейчас разберемся со всеми. Самый тяжелый. Выдержали. Дальше только легче. Ну и столько они вот так, конечно, не будут своей аурой переть.
А, да ведь просто урон возьмем, ты мне больше не предлагай это. Так. Шанс на оглушение, давай-то. Блин, да сколько ж у вас вблизи-то? Ну это ненормально уже просто. Не хочет поддать мне клетку открыть. Охренеть, у меня хп-шка-то останется сейчас. Это считается простая локация. Но здесь даже мультипликатора нет. Только хер ли так сложно-то? Мочи, мочи, мочи их всех. Молодец, красава. Так, куда-то надо взять. Это тоже. Так. Дайте криты. Блин, я хп-шку не взял. Да гаденыш, иди отсюда. Больше опыта, больше опыта надо. Где клетки? Были, которые я не забрал. Тут хрен запомнишь. Да иди ты! Так, ну времени-то вообще-то нет, мне надо прокачать. Мне еще 14 уровней надо. Да сколько там? Какие клетки нахрен? Надо опыт срочно. Магнит надо было брать, наверное. Все, я подлечился. А вот. Отлично, клетка. А, опыт-то десятка уже.
Так, ну давайте защитим себя. Или не, лучше защита от нападения. Это факт. Где враги-то? Отлично. Давай, 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 давай. О, нормальное количество пойдет. Так, вот здесь открывается оба сундука, отлично. И как раз магаз. Так, криты. Так, ну мне хватает. Да, но денег уже нет. 95-й. И это не бензин. Так, вот здесь магаз еще. Так, защита от шариков. Бабосы. Так. Ага, последний уровень остался. 97-й. Ну, я думаю, докачаем сейчас. Да, да, докачаем. Хорошо ставит. Вот и все. Так, и что же, когда следующий уровень будет? Нам бабки предложат? Какую награду предложат-то? Я жду. Ну все, сражение. Готов. Так, давай-ка я еще шарики включу. Ну куда ты уходишь-то? Ну, это нечестно. Да, у него шансов вообще нет. Надо уж совсем плохо действовать. Чтоб он убил.
Хорошо раскачались. Грамотно. Сотый уровень. Грамотно и четко. Видишь, мультипликатора тут даже нет. Единичка, ну халява. Но начало прям очень тяжелое. Мои кости и руны. Да ладно. Так, ну вот я выполнил все за Вивиан. И какая-нибудь награда тут есть? Руны Вивиан, 21. Ну непонятно, ну как бы не вижу смысла, честно говоря, вот это все добивать. Мы добьем всех боссов. Осталось два. И, наверное, все. Если бы тут что-то открывалось, какие-то плюшки были бы. Тут ни хера нет. То есть, какие плюсы от прохождения этих испытаний? Единичные какие-то испытания являются требованием, чтобы взять какие-то навыки. Это прям единичные. А так, в принципе, ничего не требуется. Как так? Наверное, не докачаемся. Ну, боссов мы выносим довольно легко. Не знаю, конечно, как будет в лунной пещере, но в змеиной деревне, я думаю, тоже будет легко. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.